Специально анонсировав игру в августе 2006 года, выходцы из GSC Game World пока не слишком торопятся раскрывать козыри своего проекта. Меж тем, послужной список команды, а большинство ее бойцов участвовало в разработке «Сталкера» на ключевых позициях, позволяет говорить о том, что разработчикам можно верить. Сейчас разработка находится в самом разгаре. В студии работают над созданием виртуальных миров, персонажей, новых возможностей в движке 4A Engine и его оптимизации. Завязка происходящего такова. Перед нами предстает постапокалиптическая Москва, захваченная мутантами и совсем не похожая на ту, которую мы видим сейчас. Здесь царит разруха, хаос, мир порабощен злом, а выжившие люди ушли под землю, глубоко в шахту метро, где вынуждены вести борьбу за существование. Каждая обитаемая станция — отдельное государство со своими порядками, законами и обитателями. Вы играете в роли молодого парня по имени Артем, живущего на ВДНХ. Частое нападение неизвестных существ из другого мира вынуждает жителей станции искать подмогу вне своей автономии. И Артема направляют в путь к легендарному полису. Его цель — оповестить оставшихся обитателей подземки о новой угрозе. Во многом из-за недостатка информации у многих сложилось мнение о том, что «Метро 2033» очень похоже на «Сталкер» и является его непрямым продолжением. Заверяем вас, что это совсем не так. Несмотря на то, что в разработке обоих проектов действительно принимали участие одни и те же люди, игры на самом деле очень разные. Да, в «Метро 2033» планируются и альтернативные концовки, и несколько вариантов прохождения, и множественные побочные задания, но все же это совершенно иная по атмосфере и геймплею игра. Те кадры из игрового процесса, что сейчас перед вами, все еще сырой рабочий материал. К релизу игра станет намного краше. Мы видели совсем свежие скриншоты из последнего билда проекта, и там детализация приятно поражает. До выхода игры еще очень многое может измениться, но ясно лишь одно. У талантливой киевской студии есть все шансы выпустить очень достойный проект. Но всему свое время и торопить разработчиков явно не стоит. 4A Games знает, какую игру хочет получить в итоге, и упорно движется в выбранном направлении. Пожелаем разработчикам успехов и будем ждать новостей.